Всем привет, меня зовут Яна, вы попали на канал Леди Вескер, и сегодня мы продолжаем играть в Sally Face. Давайте продолжим игру. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять свои комментарии под этим видео. Вот. Ну что ж, что нам надо сделать? Кто-нибудь помнит? Поговорить с буфетчицей. Хорошо. Привет, Ларри. Привет, Мейпл. Ты разве не будешь обедать? Мама опять сделала мне сэндвич с арахисовым маслом и джемом. Я устала есть одно и то же. О, ну если ты не собираешься... Конечно, ты можешь его съесть, пых. Охурменно. Да. Какие подростки с интересными прическами и волосами. Трэвис. Так раз показалось, что мусор учуял. Какие планы, голубки? Усохни, Трэвис. Разве парочка сэндвичей не жаждет твоего внимания? Вам повезло, что сегодня колбасный день. Очень странная буфетчица. Здравствуйте, Ким. Мы хотели бы спросить про колбасу. Не могли бы вы рассказать, где школа ее закупает? Почему тебя так интересует колбаса, а? Ким невкусно готовит? Нет-нет, нам просто интересно, где... Ну-ка, детишки, возвращайтесь на свои места. Никаких больше вопросов. Как думаете, можем мы увидеть упаковки или... И никаких упаковок. Прижмите попы к стульям. Вперед. Да уж, вот это провал. Она всегда выглядит такой несчастной. Интересно, почему не уволится? Такое ощущение, будто ее мутит от вида детей или типа того. Чувак, а что если это Ким отравляет обеды? Не знаю, осталось ли в этом городе место для очередной теории заговора, но думаю, стоит узнать. Может, у тебя получится прошмыгнуть в офис директора и взглянуть на досье, а я пока узнаю, как там дела у Тодда. Лады, посмотрим, что получится. А тот, где находится. Я уже и не помню, где он. Кстати, я это говорила вроде, но еще раз скажу. В общем, канал, я сделала новый канал, где я прохожу клуб романтики. Ну, я решила отделить прохождение этой игры от остальных. Ну, и, в принципе, на новом канале буду проходить новеллы разные, в том числе и аниме-новеллы. Если вам это нравится, то ссылка в описании есть под видео. Переходите тоже, добавляйтесь, если хотите, если вам это нравится. Я буду рада новым подписчикам на новом канале. Ну как? Все, ищу учителя в кабинете, жду подходящего момента, чтобы проскользнуть. Угу. Столовая. Мужской туалет. Женский. Ой. Лучше не стоит. Жалко, жалко. Устройства моего здесь нету, к сожалению. Такие огромные... Туалеты, конечно. И такой маленький Салли. Заперто. Будь у меня скрепка, я бы мог их отпереть. Ах ты засранец. Опять столовая? В смысле? Кабинет миссис Паркинтон. А где миссис Паркертон, или как там ее называть? Куда она подевалась? Холл 2. Хрен его знает, куда я иду. Может, сюда? Хотя... О, Эйнштейн. А, вот, правильно я пришла. Где Эш? Она ушла, чтобы достать для меня кое-какие материалы. Рекомендую поискать у кладовки уборщика. А вообще, она уже должна была вернуться. Что-нибудь нашел? Пока нет. Удалось достать ингредиенты? Нет, пока нет.
Дела у Тодда тоже не очень. Пойдем к Эшли. Значит, она где-то в кладовке, где-то кладовка хрен его знает. А, вот и она. Эй, что такое? Дурацкая кладовка закрыта. Мне нужно было кое-что оттуда взять для проверки колбасы. Я попыталась скрыть замок, как показывал Ларри, но моя заколка застряла в скважине. Тут не помешали бы плоскогубцы, но... Ага, они либо в кладовке, либо у уборщика, только вот он всегда уходит во время обеда. Посмотрим, что мне удастся найти. Спасибо, а я пока продолжу попытки открывать дверь. Уборщика, а где уборщик? Обычно там во дворе какая-то кабинка с уборщиком есть, но хрен его знает. Сейчас посмотрим, куда нас приведет дорожка дворовая. А, никуда не приведет. Птицы. Окно. За окном еще нужно... Не-не-не-не-не. А зачем? Я их не вижу, наверное, они прячутся. Зачем привлекать внимание учителей? Где же у нас комната уборщика? Может, тут что-нибудь есть? Да нет, тут ничего. О, скрепка. Круто, 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 круто. Куда мы ее можем применить? Открыть шкафчик? Чей-нибудь. Учебники. Таскай этот рюкзак с тех пор, как начал ходить сюда в школу. Он немного потрепанный. Наша фотография с Хэллоуина. Было ужасно весело. Мне ужасно повезло иметь таких замечательных друзей. Да уж. Закрыть. Материал для изобретения у Тодда всегда по-другому. Не знаю, как он делает и половину того, что делает. Этот парень настоящий гений. Светящаяся картофельная штуковина – научный эксперимент, который Тодд показывал на занятии. Удивительно, что он до сих пор работает. Ничего удивительного, что в шкафчик Тодда наполовину забит книгами. Меня восхищает его неустанное любопытство и жажда знаний. Тодд и его парень, Нил, они всегда такие счастливые, когда вместе. Меня это тоже делает счастливым. Так, больше ничего у них нету. Это, наверное, Эшли? Или, а, не Ларри. Рюкзак Ларри. Мы с Ларри через многое прошли за последние 2 года. Он уже не просто мой лучший друг, он семья. Не знаю, что бы я без него делал. Мой рисунок. Я собирался его выкинуть, но Ларри мне не позволил. Он сказал, великое искусство не обязательно должно быть красивым. Главное, чтобы оно передавало настоящие эмоции. А здесь обосраться, сколько эмоций, чел. Вот серьезно. Кажется, это старый рисунок Эш. На самом-то деле, именно она научила Ларри многому, что он знает сейчас. Она замечательный учитель. Если бы не Ларри, мы с ней, может, никогда бы и не сблизились. Всякие штуки, которыми Ларри рисует, он такой грязнуля. В какой-то степени я даже восхищаюсь его беззаботным отношением. Так, все, тут ничего нет, можно валить отсюда. Пойду к Эшли, попробую, может, можно как-то дверь открыть. Хотя, надо посмотреть в столовой, хотя вряд ли. Я здесь не видела никаких этих штук, как они называются, для уборщиков. Во дворе тоже ничего нет. Ну как, есть успехи? Не, а заколка здоровски там встряла. Ладно, дам знать, если найду что-нибудь полезное. Спасибо, Сал. И куда же мне идти? О, там, кстати, что-то есть. Мячик. Может быть...
Даже не знаю. В окно мячик бросить. А что это было? Не знаю, но кажется, звук шел снаружи. Ничего не вижу. И я. Может, опять эти глупые птицы? Давай еще раз попробуем. Мячик здоровски отвлек учителей. Отвлек? Я бы не сказала. Ну как, удалось проскользнуть? Ага, классно ты придумал отвлечь. Я видел ее досье. Крутяк, и как, есть там что-то полезное? Ну, мне удалось хорошенько все рассмотреть. Если сможешь снова отвлечь учителей, может, я просто сопру досье? Нет, не стоит привлекать лишнее внимание. Лады, ты тут босс. Салли, так что будем делать? Дай мне минутку, я что-нибудь придумаю. Ну, а где... где уборщик-то? Куда идти? Может, я не прошла? Хотя нет, тут больше ничего нету. Ясно. Никто мне ничего не скажет. Ясно. Это уже читала. До свидания. Не знаю, может, я здесь что-то не доделала, не нашла, не увидела. Хотя тут вроде больше ничего и нет. Вряд ли мячик как-то поможет Эшли, например. Может, к этому, к Тоду зайти? Или к Теду, как его зовут? Так, тут ничего нет. Что это? Пластилин. Пластилин это хорошо. А можно как-то объединить их, не? Как насчет того, чтобы пластилином достать заколку? Эй, может получится использовать этот пластилин, чтобы вытащить заколку? Стоит попробовать. Крутяк, я ее вытащила, да еще и дверь открылась. Наверное, мне почти удалось открыть ее, когда заколка застряла. Ладно, у меня есть все, что нужно. Можно идти в лабораторию. Круто, позже навещу вас с Тодом. Мне еще нужно достать ингредиенты. Какие ингредиенты? Помочь Ларе. А как ему помочь? Пусть он сам себе поможет. Надо, короче, взять птичек, приманить каким-то боком. И столовую украсть, может быть, что-нибудь, какой-нибудь кексик. Давайте посмотрим, может, тут есть что-то. Ким, дай булочку. Не даст она булочку. Может, вы что дадите? Конечно, мы работаем. Угу. А, вот. Эш шьет тряпичные куклы. Мне кажется, они здоровские. Она называет их чувачками. Все для рисования. Эш и Ларри замечательные художники. Они пытаются научить и меня, но я никогда не достигну таких высот, как они. Но это ничего, мне нравится с ними рисовать, а они никогда не принуждают меня за то, что у меня плохо получается. О, это же я. Не знал, что у нее в шкафчике висит мое фото. Фотик. Полароид Эш. Она все время что-то на него фотографирует. Он может пригодиться. Уверен, она не станет возражать, если я его одолжу. Давай возьмем. И что мы можем делать с этим? Вот, использую камеру Эш, чтобы сфотографировать досье. Отличная мысль, братан, я наготове. И что, и дальше? Опять мне птичку изображать. Поехали.
Ну. Чё, поехали-то? Я типа бросила мячик или не бросила? Ну чё? Я наготове. Ну, а мячик кто будет бросать? Салли, ты чё? Может, вот так надо сделать? А, всё, поняла. А, что это было? Не знаю, но кажется, звук шел снаружи. Ничего не вижу. И я. Может, опять эти глупые птицы? Ну, я думаю, ему хватило времени, чтобы сфоткать то, что надо. Достал? Чувак, досье пропало! Чего? Как это? Никто не прошел бы мимо тебя незамеченным. Ха! Да ладно, я просто стебусь, братан, фотка у меня. Ах ты жопа, таракане. Зачет, давай-ка поглядим. Так, адрес... Ты-ты-тыры... В смысле? Я не дочитала. Кажется, я знаю, что делать. Встретимся в лаборатории. Ладой. Дайте почитать, что там написано. Должность буфетчица, средний предмет, фотограф-любитель. Сказать Ким прекратить кормить птиц во дворе, это выводит из себя учителей. Угу. Как насчет того, чтобы сфоткать птичек? Правда, что-то я никого не вижу. Птички, вы где? Я что-то слышу. Ага. Замечательно. Красивая фотка. Пойдем отдавать ее женщине. У меня для вас кое-что есть. Что это? Фотография птички? Ты сфотографировал ее, а? Ага, для вас. Небольшая благодарность за всю вашу работу. Ты милый мальчик, Салли, спасибо. Я тут подумал, а вы не могли бы сказать мне, откуда привозят колбасу? Почему ты так заинтересован колбасой? О, ну и нам с друзьями очень нравится эта колбаса, так что мы хотели бы узнать, где можем купить ее. Это дело рук мисс Пакертон, 100% говядина. Она привозит ее с фермы каждую неделю. Вот, держи еще немного мясца за то, что подарил Ким милую фотографию. Спасибо огромное. Эй, Салли, Крамсали, как продвигается расследование? Так, в смысле, пока не очень. Мы уже почти готовы. Ладно, неважно. Пойду, короче, к мисс Паркерсон. Паркерсон, вот она. Мисс Паркертон, ну вы поняли. Ну, тут у нее ничего нету. Какие-то формулы. А где Ларри и остальные? Может, в лаборатории? Ага. Я принес еще колбасы. Идеально. Ким сказала, что ее делает мисс Пакертон. Ого, нифига себе, она ведь живет в апартаментах. Откуда она достает мясо? Ах да, я и забыл, что она там живет. Я очень редко ее вижу. Наверное, за все время всего пару раз замечал ее в здании. Она поздно возвращается. Думаю, она совмещает несколько работ. Учителям не так-то много платят, так что это обычное дело. Впрочем, когда мисс Пакертон дома, там довольно шумно, это странно. И что будем делать? Спросим мисс Пакертон об этой странной подработке? Или вы сами попробуете докопаться до правды? Хех, не знаю, что думаешь, Сал? Давайте немного сами повынюхиваем, прежде чем пойдем к Пакертон. Не нравится мне все это. Если правда происходит что-то гнусное, не стоит давать Пакертон знать, что мы этим заинтересовались. Точно. Хорошая мысль, Салли. Ладно. Тогда почему бы вам с Ларри не осмотреть кабинет мисс Пакертон, пока идет обед? А мы с Тоддом закончим исследование колбасы. Читаешь мои мысли.
Ладно, мы скоро вернемся. Ларри, постоишь на стрёме, жди у двери на случай, если кто-то решит сюда зайти. Ладой! Черт, ящики закрыты. Ты ведь помнишь, как скрывать замки? Я тебе показывал. Ага, но здесь нет замочной скважины. Нужна комбинация, гремучий случай. Ну и как нам открыть эту хреновину? Дай-ка я посмотрю. Ну, я пока не знаю, как ее открывать. Надо думать. Мне кажется, подсказка может быть на доске. Ну, учитывая то, что я плохо знаю математику. Ладно, я подсмотрела прохождение, потому что я не знаю, как быть. Открыл. Здорово сработано, чувак. Что внутри? Кипа работ по математике и... Погоди-ка, здесь скрытый отсек. Чувак, да здесь какая-то крепотень. Что там? Я не уверен. Хрена себе, она чё, оккультистка? Небольшие баночки, заполненные чем-то напоминающим специи, может, для готовки. Почему у нее тут лежит птичий череп? Как-то жутковато. Библия. Книга очень старая, но в ней ничего особенного. Странный металлический предмет, похожий на шкатулку Джима. Он может оказаться важен. Давай возьмем. Какая-то металлическая коробка, прям как... Черт! Это опять произошло? Ага, я... Что у него? Глюки? Тедлев... Чего? Ты уверен? Может, дело в обезвоживании? Ты еще и не пообедал. Все кончено. А? Все уже закончилось. Но... Неважно. Нужно встретиться с Тодом и Эшли. Эй, ребят, мы нашли в столе у Пакертон какие-то стрёмные штуковины. А как тесты продвигаются? Мы не выявили никаких признаков вредных химикатов и бактерий. Впрочем, думаю, мы все согласимся с тем, что здесь происходит нечто странное. Что бы это ни было, давайте пока не говорить об этом пыху. Беднягу чуть удар не хватил, когда перестали подавать мясной рулет. Да, ишь права. Пусть... Это останется между нами, пока не поймем, что происходит. Ладно, похоже, мы знаем, что дальше делать. Блин, я опять пропущу все самое интересное. Мне нужно будет присмотреть за Беном до прихода родителей. А может и после. Позднее, в тот же день. Мне понадобится немного времени, чтобы все подготовить. Ничего страшного, мне все равно нужно сначала кое с чем разобраться. Ладно, встретимся в комнате Тодда, когда все будут готовы. Да, отлично. Забились. Так, а мне что делать? Квартира мисс Розенберг. Пойдем в лифт, пойдем отца навестим. Мы живем на третьем этаже, кажется. Если мне память не изменяет. А она мне может изменить. Потому что я уже забыла, где, на каком этаже мы живем. А может, и на четвертом мы живем. Да, кажется, мы и живем на четвертом этаже. Сейчас только я хочу кое-что глянуть. О! Что тут случилось? Почему дверь такая странная? Это квартира, где убили женщину, да? Или нет? Нет. Ну да, там убили, по-моему. Упс, прости, Гизма, я не знал, что ты здесь. Нормально. Сал, мне снова нужна работа, буду поздно. Если не поужинаешь с Лизой и Ларри, в холодильнике есть кое-какие остатки. Прости, что последнее время постоянно занят. Может, удастся выбраться куда-нибудь на выходных. Люблю тебя, папа. Гизма, конечно, вообще. Можно я еще раз посмотрю? Хочу это сфотографировать. Весело. Эдвард, руки-ножницы.
Типа. Вон там фотка Лизы, походу, я вижу. Или Лиза, или как там ее зовут. Ну вот девочка-призрак из первого, второго эпизодов. Открывайте, что-то есть. Давай посмотрим. А, ясно. Это старая фотография мамы. Я думал, отец все их выбросил. Привет, мам, я скучаю. Надеюсь, ты обрела покой. А где? На обороте что-то написано. Генри, ты мой лучший свет в темном царстве. Не верится, что у нас будет малыш. Я такая счастливая. Все просто замечательно. Люблю тебя, Диана. Ну ладно. Отцовский компьютер выключен. Ой, включен. Но нужен пароль. Может, удастся узнать его? Вряд ли. Да, может быть, здесь пароль есть, хотя вряд ли. Нет, тут ничего нет такого, никаких цифр. Скорее всего, какой-нибудь год рождения Салли. Или типа того. Кстати. А, на свою комнату мы уже заглядывали. Минуточку. А чё тут? Тут вроде друг... А, не, всё. Всё правильно, всё нормально. Всё нормально. Всё хорошо. Ладно, пойдем отсюда. Здесь нам делать больше нечего. Вроде как. Может, пойдем на пятый этаж, посмотрим, что у нас там происходит. Что там интересного есть. Заперто. Тут бомж ночевал раньше, сейчас его нет. Даже со спиритической доской Меган никогда не выходит, если сюда поднимается тот или Эш. Думаю, она просто стесняется незнакомцев. Здание стало спокойнее с тех пор, как мы избавились от демона. Спокойнее — это хорошо. Крестик Меган. Она уже не сможет его надеть, но и приятно держать его поблизости. Она, я так понимаю, живет в ванной комнате и никогда оттуда не выходит. Ладно, пойдем дальше. Посмотрим, что там еще изменилось. Интересно, имеет ли она какое-то отношение к черепу в столе мисс Пакертон? Да вряд ли. Хотя все может быть. К стене прибита вырезка из старой газеты. Она про мальчика, который должен был умереть, но пережил аварию, убившую обоих его родителей. Первая полоса старой газеты: отец и сын пропали без вести. Тут говорится, что они бесследно пропали, оставив сломленную мать в одиночестве в их когда-то счастливом семейном доме. Что за жесть? Женщина с ребенком похищает пришельцы. Должно быть, газета шуточная. А тут газеты нет, но есть для нее место. Интересно, кто все это собирает? Тут же никто не живет. Видимо, кто-то все-таки живет. Почему-то дырка стала зеленого цвета. Ладно. Давайте посмотрим вообще, что на других этажах творится. Что можно посмотреть, проверить. О, фига. Йоу, че как, дружок? Нормально, обычный день. Все так плохо, а? Ха, как выживаешь? Все в порядке, дружище, грех жаловаться. Что за Роберт? Какой-то бизнес. С бизнесом все круто. А чем именно ты занимаешься? Продаю кокаин. Ой. Ха, не, я степусь над тобой. Когда мой дед умер, все отошло мне. Ого, он был миллионером? Не, но денег хватило на то, чтобы начать свое дельце, которое я давно хотел. За год я устроил свой капитал. Компания начала расти, а сейчас я почти ничего не делаю. Изредка проверяю, как идут дела, посещаю встречи и все такое. Впрочем, это трудновато, 25 лет, а я уже почти на пенсии. Кажется, ты здорово потрудился, чтобы достичь этого. Это точно, рвал жопу, пока дела не пошли в гору. Хотел бы я, чтобы дед увидел мой успех.
Думаю, он бы гордился тобой. Это огромное достижение, не каждому такое под силу. Спасибо, дружок. Ну, я бы не сказала, что у него хорошее состояние, судя по состоянию его квартиры. А зачем сейф? А я не доверяю свои деньги банкам, да и любым крупным фирмам. Разве у тебя самого не крупная фирма? Ну, да, но это другое. Она ведь принадлежит мне. Ну да, вы не понимаете, это другое. Почему ты живешь здесь? То есть ты ведь можешь позволить себе жить где угодно, так зачем жить в дешевых апартаментах, в которых и мебели толком нет? Здесь есть все, что нужно. Здесь зачем огромный дом с кучей побрякушек? С собой ведь на тот свет их все равно не заберешь, так? Это лишний груз, тянущий вниз. Я люблю жить тихо, делать то, что мне нравится, иду куда и когда захочу. Вроде как жизнь без обязательств, сечешь? Ага, это круто, хотя я не знаю, что бы я делал без телевизора и игр. Ха, ну, живи, как тебе нравится, дружок, мы все разные. Увидимся. Ой. У тебя, кажется, плакат отваливается, чувак. Так, третий этаж. Ну, я думаю, мы на сегодня завершим на третьем этаже. О, Пых. Продолжим в следующей серии разговор с Пыхом. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте лайки, подписки и комментарии. Всем пока.